Проект «Центр поддержки гражданских инициатив» является связующим звеном между партией и различными некоммерческими организациями и меценатами, которые хотят помочь нуждающимся людям. В рамках работы центра не оказывается прямая финансовая поддержка, но у партии есть площадки для обмена опытом, контакты с волонтерскими и молодежными организациями, возможность информационной и методической помощи. На этот раз посчастливилось воспитанникам Старогородковской школы-интерната имени Фурагиной. Мы сегодня приехали в Старогородскую школу-интернат деткам-инвалидам, с деткам с особенностями развития, для того, чтобы провести вот такое доброе, хорошее мероприятие. Не далее, как на прошлой неделе, к нам постучались наши коллеги, друзья из вертодрома «Горка» и обратились за помощью. Говорит: «Надежда Борисовна, будьте добры, организуйте нам встречу с детками с особенностями развития. Мы хотим им преподнести подарок, сделать такое доброе дело». Мы с удовольствием всегда откликаемся на такую вот с обратной связью и привели их сегодня в школу. По мнению организаторов, такое мероприятие – яркий пример большой сплоченной работы. Старогородковская школа-интернат довольно большая. Там воспитывается 123 ребенка в возрасте от 7 до 18 лет. У каждого из них непростая судьба. Многие дети имеют инвалидность, задержки в развитии или хронические заболевания. Такие ребята особенно нуждаются во внимании и заботе. И эту заботу им подарили представители вертодрома «Горка». В рамках самого вертодрома детские мероприятия каждые выходные и непосредственно выездные, не менее стараемся двух раз в год выезжать к особенным детишкам, которые особенно нуждаются в этой помощи. Эти люди вручили ребятам мягкие игрушки и ценные подарки, а также передали в медкабинет Старогородковской школы ряд нужных лекарств. Ребятам показали познавательный спектакль, где главный герой – харизматичный профессор по фамилии Чудаков, по мотивам известного мультфильма «Фиксики». Наглядно показывал различные опыты, объясняя правила техники безопасности при взаимодействии с электричеством. По словам директора Старогородковской школы-интерната, одинцовские единороссы и сторонники партии давно сотрудничают со школой-интернатом и активно помогают ей в работе. Нам неоднократно уже приезжали представители граждан инициативной России, единороссы, наши «Единой России» представители. Они помогали нам открывать детский лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья, помогают с различными мероприятиями для организации досуга детей, культурно-массовыми мероприятиями. Ну и, конечно, что очень любят дети, это сладости, подарки, медикаменты тоже в школе предоставили. Поэтому очень благодарны, что они нас не забывают и довольно часто к нам приезжают в гости. Руководитель ветродрома «Горка» Светлана Дербенцева отметила, что ее компания и в дальнейшем будет помогать учреждению, ведь самое лучшее благодарность за это – детские улыбки и светящиеся глаза.